В начале 23-го года в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Центра художественной и эстетической гимнастики. В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе губернатор Свердловской области и глава Екатеринбурга. Производственная группа «Лига» провела комплексное интерактивное оснащение центра. Теперь посетителей встречает сверхяркий медиакомплекс, а высококачественные сенсорные столы с программным обеспечением «Лига Basic» помогает получить всю необходимую информацию. «Лига Групп» — создаем умные интерактивные решения для вас и ваших клиентов.